Всем привет, у микрофона Бет. Ну что, это наконец-таки случилось. Близзарды объявили официальную дату выхода классических хардкорных серверов. Давайте сейчас я зачитаю вам новость. Классические хардкорные миры открываются 24 августа. Столкнитесь с опасностями Азерота в хардкорных мирах WoW Classic. Узнайте, как далеко вы сможете зайти. У вас есть только одна жизнь, и духовных целителей не будет рядом, чтобы шептать милые пустяки, отправлять вас обратно в мир живых. Когда вы умрете, смерть необратима, и как только вы потерпите поражение от окружающей среды или даже от других игроков, вам нужно будет создать нового персонажа, чтобы попробовать еще раз. Подробнее о правилах участия в нашей ранее опубликованной статье. Касательно статьи, мы ее с вами смотрели, есть видео внизу, будет ссылочка обязательно в описании. Блин, я не знаю, это очень-очень круто, ребята. Поэтому обязательно подписывайтесь на каналчик. Скоро тут будут гайдики по хардкору, по профессиям, по классам, прочее. Также внизу будет ссылочка на Discord. Вступайте, если планируете играть на хардкоре для какой-то кооперации, данжи, рейды, прочее. Ну и чтобы это видео не было таким пустяком, впереди вас ждет нарезка всех моих смертей на официальном хардкоре. Чуть не ты сагрил. То есть вот портрет монстра. А фералом будешь, ну пока в балансе, потом посмотрим. Здорово, ретрипро, здорово, братик. Красиво сделали. Ну хорошо. Ой, Колин. Ой-ой-ой-ой, тихо. Тише, ребята. Сейчас меня прокрутит. Сейчас, мне кажется, меня, ребята, прокрутит. Не-не, бежать. Не-не-не, не надо! Блин, вот и меня прокрутили. Боже мой, зачем я сюда покакал? Надо было в воду идти, боже мой. Можно стан, пожалуйста? А, нет, убил, блин, нет. А, пришел F написать, ну да, да, зря, блин, ну чуть-чуть не хватило. Блин, вот прошлого убил, зачем я предмет выкинул? А, ну так надо было. Варлоки, они как суицидники, но я не знаю, у них типа и бабл есть, и камень на хп, такие все они суицидники. Присту, как ей проф, да блин, присту тоже, наверное, инженерку можно, можно ткань там, снятие кожи. Людям, которые ткань носят, особо типа, не знаю, или присту, ну можно типа алхимию, ну прям такой себе. Ну, наверное, там, ой-ой-ой, а что их так всех пробивать больно? Брат, что ты там жрешь урона, как не в себя, у меня маны-то не столько. Что-то ребят прям очень серьезно пробивают. Очень серьезно. Они сверху сагрились, я понял. Ну это все, это смерть будет. Или бежать. А тут фак наверху, все. Ай, надо было сверху убивать. Зачем? Мы пошли, мы все прошли. А он иммун к замедлению? Серьезно? Он иммун к замедлению, к страху, приколитесь. Он застанил меня. Не, я тогда бегу. Я не знал, что человек иммунен к замедлению. А вон тролли есть. А тролли меня сейчас и вайпнут, походу, да. Я понял, почему я обосрался, я таунт забыл войду включить.
Вайда законтролили, я не могу его продать. Ну, это минус гном, ребята. Он стан еще на 10 секунд. Ой, ну погнали Гвету качать. Я не знал, что он иммун к замедлению. Просто типа как? Ну вот, вот так вот, ребята. Слушай, нормально тут похоронили этих хедхантеров? Он хантер, 36-й. Мне, наверное, тоже надо... Мне, наверное, тоже надо было быть 36-м тут. А, ну вот, кстати, хедхантеры. Слушай, а тут прямо этих хедхантеров... Ой-ой-ой. Может, сейчас он одного спулит? Что-то, мне кажется, сейчас еще одного ханта похороним, ребята. Так, а что, я не понял? Одну пробиваем и убегаем просто. Потому что это очень опасно. А, вон хантер мне помогает. Фига себе, добрый души человек, да? Добрый... Ой-ой-ой, брат, там еще. Ёбаный ты в рот, добрый души человек. Да как? 32-й. Ой, чё я заговорился-то? Ай, просто, типа, чё? Блин, нехило. Зачем я пошел в пещеру? Фига там нейчер урона. Я умру, не умру? Погоди. У меня хавки даже никакой нету. Не, над камнем отсюда уходить. Я сейчас от яда просто сгорю. У меня же даже хавки никакой нету. Слушай, погоди. Это очень опасно. Что-то не яд на мне настакали. У тебя хавки нету. У тебя хавка есть хоть какая-то? Как тебя жрать? Да все, серьезно! От яда просто! Как... А, я мискликнул! Ты будешь отагривать? Фига там болтище мне прилетело. Так, я не понял. Бежать. Ай, все, а как? А почему? Как я так умер? У меня еще и хилки не было. Ай, короче, походу соло данжа сегодня не будет. Как я... Так, мана чуть под регенем. Так, дальше варлок кидает орки по 4 штуки, но их можно по 2 агрить, по 2. Ну, дальше, может, спот какой найдем поинтереснее. Ну, тут что-то, да, тут жестко. Так, ну если что, хилка есть. Так, это минус Петя. Сейчас, скорее всего, хилку надо будет отдавать.
А нет, и все. Надо было бежать. Надо было бежать. Че, я думал, грену кину и все. Но, блин, как оно?